Каламара. Сколько нам еще ждать? Уже дышать нечего. Сколько нужно? Нам привезут стойки и веретена из сирконского амбера. Я думал, старый герцог запретил. Кто там? Офицер-техник ее осмотрел и сказал, что все в порядке. Он взглянул на стену и полез проверять ветряк. Зараза! А? Что это было? Наверное, ничего такого, но... Ладно, осмотрюсь. Будь осторожнее. Наверное, ничего такого, но... Наверное, я сейчас вернусь. Что-то в горле дерет. Надо бы принять отвару из бурачника и ромашки. А уже выяснили, что случилось с Перлтон и Колберсом? По-моему, они сбежали. Какое-то движение. Одну решетку сняли. Может, туда тварь какая-то заползла? Камера. Я собиралась посетить ее вместе с Уименом. Чрева и холодные могилы. Я тоже их читал, но думаешь, но куклы позволяют Бриане проникать в разум и сердце. Не боишься, что она влезет в твои сны? Она же это собирается в себе. Mm-hmm.
это. Надо осмотреться. Джиндыш был занудой. Как это вообще работает? Не могу дождаться. Кажется, это важная штука. Интересно. Возможно, дневник Эшвард объяснит, почему Далилу нельзя убить. Ничего страшного. Ну, собаки лают или еще что-то. А у всех нервы на входе. Народ Карнати! Это герцог Серконов! Кое-кто из вас недоволен новыми... Договор короткий! И новыми налогами! Отвечу и тем, и другим. Предателей! Мятежников и бунтунов! Твои небесы, что за шум? Суровая кара! Посмотрите на моего друга Дункана Бейлса! Он истинный патриот! Он не успокоится, покуда не превратит все серебро в монету! Я попросил его... Значит, сделано. Да, идем. Возвращаемся на падший дом. Еще один.